вот стартовый сборный игра началась. В игре, то есть акцент тренера сделал на том, что надо максимально уважительно отнестись к сопернику и показать, на что мы способны. Потому что на первый взгляд команда идет. Предыдущий взгляд матча игроков говорит, что именно матч Сталина используется наглядный подход. Оставалось решение до атаки.